Мир вам, дорогие. Давайте подождем еще немного. Время хорошее, чтобы еще люди присоединились, и у эфира была большая польза. Важное сообщение сейчас всем, кто ждет. Подождите еще немного. Я успокоюсь тоже. Наверное, будет эфир, которого весь мир ждал 2000 лет. Сейчас остановлюсь где-то. Честно? Фу, у меня трясется весь, все мое тело просто. Я успокоиться должна была. Дорогие мои, подтвердилось все самое страшное. Я не знаю, насколько это страшно, но я сейчас... Фу, как бы перевести дыхание... Начали, дорогие мои, начали строить третий храм. Информация подтверждается с разных источников. Сейчас, как вам это сказать, послала гонцов со всех концов. Жду подтверждающие ролики с Иерусалима. Прямо оттуда, внутри Иерусалима, живет православная сестра, женщина. Вот она пойдет в течение 4 часов, она еще скинет ролик. Послала таксиста, сейчас идет, снимет это все. Начали строить, где начали строить? Начали строить на еврейской территории пока что, дорогие мои. То есть прямо перед стеной плача развернули конкретное строительство. Так что я так понимаю, что... По той информации, которая открыта мне, что храм будет построен в течение или 6 месяцев, или полугода. Я сейчас обзвонила, дорогие мои, всех, кого можно было обзвонить. Вот. Есть там у меня человек прям под Иерусалимом живет, денег мне немного должен. Говорю, прощу тебе все,
только ответь, съезди. То есть я и так уже простила, но не отвечает, стыдно, наверное. Вот, так что буду просить его, чтобы он мне периодически также скидывал что-то, какую-то информацию. Ну, в общем-то, дорогие мои, да, копают, да, все развернули. Пока что еще до самой, по-моему, мечети, там Алякса, вот эта вот платформа второго храма, еще не дошло, но впереди, перед стеной плача, там, где вот молитва, развернули конкретное строительство. Копают трактора, тяжелая техника. Вот, так что я думаю, что это начало, дорогие мои. Всех засунули в карантин. Что говорят евреи? Потому что я эту информацию знала из ивритоговорящих источников. Выше скину вам сейчас ролики, которые ко мне пришли, о том, что там происходит. Но, в общем-то, что они говорят? Они, знаете, что они говорят? Меня порадовало, что они говорят, вот это проделки Ватикана. Хотят храм третий построить и сатану туда посадить. То есть, вот это меня радует, что уже евреи понимают, пусть они называют это проделки Ватикана, и даже где-то соглашусь с ними. Вот. Но самое главное, что они знают, что там сядет сатана. Вот они говорят, хотят построить третий храм для сатаны. То есть это радует. Как они там... Знаете, они что сделали, евреи? Вся информация, которая пришла евреям, вообще вот с объявления первой пандемии, это то, что англоязычных источников. Англоязычные источники, они все были христианскими. И вот они взяли, опять повыбирали оттуда, то есть что такое три шестерки, да, они знают, что есть три шестерки, что это число сатаны. Но христианство опровергают. А еще знаете, почему они опровергают христианство? Много раввинов пытались понять, может быть, действительно проверяли. Но куда они шли проверять? Они проверяли это в католицизме, в православии. Понимаете, христианство еще ответит за народ еврейский, потому что стали камнем преткновения для евреев. Евреи не принимают христианство, потому что заходят в католические церкви и также в православные. Они видят там идолопоклонство, понимаете? Они не знают то христианство, где не поклоняются, где нет идолов, где нет вот таких вот картинок, корзинок, картонок, понимаете? Вот. Поэтому им сложно принять христианство. Прошу прощения, приостановился эфир. Так вот, им сложно, и я их понимаю. Потому что вот я вам рассказывала уже как-то, когда я пришла в православную церковь, и батюшке сказала, говорю, батюшка, там евреи слушать начали о Христе, хотят принять Ешо. Он говорит, да-да, дочь моя, ведите их всех в православие. И тут я встала в ступор, думаю, как я могу еврея привести в православие со всеми этими веточками, иконами, там, цветочками, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Так что, дорогие мои, да, и информация подтвердилась. Я позже, в течение вот нескольких часов, буду вам высылать ролики просто, что там происходит, потому что по новостям, скорее всего, этого не скажут. Вот сейчас туда пошел человек лично снять это на телефон, скорее всего. Ну и вот еще одного человека тоже послала. Посмотрим. Два ролика готовых у меня уже для вас есть. Сразу после этого поста я вам их поставлю. Все перекрыто. Евреи в карантине. Никто не молится. Начало построения третьего храма. Все, дорогие, благословений вам. Да хранит вас всех Господь. Люблю вас.